Номер в отеле Сочи Парк. Удобный унитаз, стульчик для мытья, причем здесь сделан слив. Номер одноместный. Те, которые двухместные номера, говорят, с душевыми кабинами. Не очень удобно. Кровать двуспальная. Очень мягкий матрас, свет дублируется около изголовья кровати и непосредственно около туалета. Вход на балкон доступен, если на обычной коляске, на электроколяске уже проблематично подъехать. В номере также есть телевизор, где-то примерно 32 дюйма. Сначала встает заставка имена отеля, реклама. Потом есть несколько каналов доступных. Это новостной «Россия-24», «Муз-ТВ», «МТВ», «Матч-ТВ», ну и какие-то с фильмами. То есть здесь упор сделан не на то, чтобы человек сидел в номере, смотрел телевизор. Вот, шкаф обычный двухстворчатый, вешалки съемные, обычные, удобные. В принципе, колясочнику достать достаточно легко. Сейчас попробую показать. Нет, там нет ничего, правда. То есть вот такие вешалки обычные. Снизу две таблички. Там не беспокойте и заберите стирку. Я испачкался. Удобный компактный номер. Чисто переночевать.